Вот, мужики, заехал на разборку. Там разборщики. Купил два диска оковских. Вот. Салазки там на сиденье. Смотрите, что нашел. Я так понимаю, это УАЗовский мост уже укороченный. С колесами. Протектор тут, я не знаю. Палец прячется. Вот 15 тысяч хотя за него. Палец вообще прячется полностью у протектора. С креплениями, со всеми причандалами. Вот они на вывернутую стоят. Не знаю, ну скорее всего. А, да, полуоси, наверное, укороченные и заваренные отсюда. Пятнарик. Уже готовый. Не надо ничего изобретать. Только не знаю, какая там пара стоит. Мужики, всем привет. Короче, купил трубы 80/40, стенка 3 миллиметра, вот еще кусок. Это 1.5 метра и это. Короче, 3 метра взял. Хотя мне надо было 1.5. Но они говорят, мы режем кратно. Метр, два, три и дальше. Я говорю, 2 метра. Он достает там кусок трехметровый. Ну, что там, метр надо было ему оставить себе. Я говорю, да давай уже заберу. Покатался по металлобазам нашим. В одном месте 400 рублей метр, в другом 560 с лишним метр. В третьем заехал 356 рублей метр. Тройка. В некоторых вообще нету. На некоторых, наверное, мест 5 перепроехал. Вернулся, купил. Говорю, да ладно уже, перережь мне пополам. Говорю, метр доплачу. Все равно их, из них эти балки делаю. Я их заказываю. Вот. Именно вот балки делают из 80/40. Вон она сделана. Тоже 3 миллиметра она толщиной. Все, сейчас буду вваривать ее. Только с той стороны. С той стороны выше. Я не знаю, сантиметров на 35, наверное, будет выше. И не такая длинная. Она половину. Вот как раз здесь. Ой, не помню, 2.50, но я сделаю 1.5, и поднимется она еще выше, туда до потолка. Только в другую сторону сделаю. Цепь я тоже взял. И она, может, даже снизу еще раскосину вот так сделаю. В центр. А цепь будет сверху до края. Ну, посмотрим сейчас. Короче, кран будет усовершенствоваться. Делаю рамку там уже. Вариант номер 2. Верх уже вваренный. Первый вариант в мусорном ведре. Бывает и такое. Полдня провозился, в итоге я вырезал все и делаю заново. И руль вырезал 3 сантиметра ниже посадил. Он выше стоял на 3 сантиметра. И вал обрезал так, чтобы он вот буквально поудобнее был. Надо и мне, кстати, урезать его чуть-чуть пониже. Ну что, поднял я, точнее вварил трубу, вон, с той стороны, все выставил ровненько, как надо. Так сказать, как это, так и в другую сторону. Было 1.5 метра 30 все-таки, вварил, еще выше поднял. От низа до низа 30 сантиметров разницы. Вот, отлично, все. Натянуты там по уровню. Раскос вварил. Без него как-то она играла. А вот с ним как-то стало все намного жестче. На край редко когда пользуюсь. Ну, сделал ее просто на всю длину, чтобы на верстак можно было что-то закидывать. Но редко пользуюсь. В основном на центре. Офигенно получилось. Останется только покрасить. Не знаю когда. Сначала там все смонтирую, потом будет видно. Так, пришла посылочка. Вот так, визуально вроде дырок нигде нету. Вес посылки 25 килограмм. Вот. Сейчас распечатаем, посмотрим, что здесь в ней
Есть. Так, ну что, запись пошла. Распечатываем. Что тут приехало? Так, посмотрим. Это вот такая вот, не знаю, видно, не видно. Вот такая вот штука. Тельфер 1000, мотор 1600 якобы, трос 20 метров. Блок, который с 500 на 1000 выводит. Как-то он там по-научному называется, не помню. Так, ну скобы я буду делать свои. У меня труба немножко другого калибра. Так, его всю теперь надо как-то достать еще. Аккуратно, он здоровый, я думал поменьше будет. Вот так. А здоровый, елки-палки, сейчас поближе покажу. Вот такая вот штука, мужики. 25 кг. Офигеть. Длиной. Сколько же он длиной? 47. Шириной 16. Ну, 17 почти. И вот так вот по вот этому пластмассовому блоку 26. И вот как раз таки вот от низа до сюда сделал 30. Так что нормально будет. Отлично. То, что нужно. Крепления сейчас сделаю свои. Такие, какие мне нужно. Потому что они здесь под 40-ку, наверное, там, я не знаю. Возможно. А возможно, по 60-ку. Посмотрим. Да, 60 на 60, наверное, можно было сюда воткнуть. Но у меня здесь 40 на 80. Вот, поэтому согну свои. Так, мужики, повесил лебедочку электро. Все отлично получилось. Вот поднял телефон. О, крюк сейчас вот он ушел. Вот это сработало. Ну, я вот на вытянутую руку, понятное дело, достаю. Ну, до головы еще, наверное, сантиметров 25-30. Да вот, там видно. Офигенски угадал с высотой. Вес, конечно, 25 килограмм, считай, туда запереть наверх. Крепления сделал свои. Из металла восьмерки, наверное. Нет, шестерка. Шестерка металл. Родные где-то тут валяться должны, вон они. Я не ставил. Такие вот какие-то непонятные. Влупил свои болты, поставил свои, которые держат. Эти вообще, мужики, смешные. 4,8.
Поставил 10,9. Вот. Ну, снимаю на ширик, кажется, такая маленькая, но на самом деле, мужики, она огромная. Просто она огромная, эта лебедка. Параметры, кому надо. Ой, сейчас на трактор залез. О, вот так вот. Тут еще какой-то номер. Коротышек, я не знаю, сантиметров, наверное, 40. Шнур, резетка, ну сделаю нормальный где-нибудь. Вот так пущу. Или по потолку пущу, или по низу буду подключать. Посмотрим, может быть, по потолку, но так, чтобы с таким навесиком, чтобы не закручивалось. Я, может, по низу буду подключать. Посмотрим. Ну, оставлю такой коротышек, пускай будет. Вот такую резетку сделаю, одинарную. Все, это сработало. Концевичок нормально. Сейчас попробую трактор поднять. Хотя я уже поднимал. Прикольно. Секунда делов. Пульт до земли не достает. Даже можно присесть и контролировать. А вот там крючок у меня будет. Вот так отвел его, зацепил. Он по над столбом будет висеть. Толщина троса, наверное, восьмерочка. Сейчас померю даже. Аж самому интересно. Так козла надо вынести этого отсюда. Я ее вешал сам. Батю, говорю, позову тебя. Но в итоге сам повесил. Сюда ее отвел, встал, придержал. Тяжко, конечно, но пойдет. Так, нет, 6 миллиметров. 6 миллиметров трос. Ну, довольно-таки неплохо. 20 метров должно быть здесь. 20 метров. Блок ставить пока не буду, ни к чему. Побыстрее будет работать. Главное, что вот стрелочка вверх-вниз. Ух. Ну, переносочка короткая, чуть-чуть. Сейчас можно его покатить и перевернуть. Покатить вот так вот на колесах. А что перевернуть, там же шруль у меня стоит, переворачивать не буду. То есть катается, вот замечательно. Вот это все, понятное дело, путается. Зато быстрый доступ есть к низу. Вот и все дела. Вот так прям затрос его. Отвел куда надо, да и все. С зазорами там делал, мужики. Поэтому его можно сдвигать будет. Но не делал ролики, они тут не нужны. Здесь надо мне на жесткую. То есть вот эта штука может двигаться свободненько. Поэтому, но висеть при этом жестко. Мне не надо, чтобы она каталась туда-сюда. Посмотрим. Вот, выставил и все. Она прижалась, где мне надо. И до свидос. Интересно, будет работать кнопка в рике? О, сработало. А выключить вот так. Клац. Сработало. Да, милое дело, мужики. Милое дело. Или я руками маслал, или вот этим. А тот хвост бегает. Офигенский.